А в Ставропольском парке Победы прошел фестиваль «Здоровье». Творческие и спортивные коллективы, выступления кинологов, выставка боевой техники. В течение 3 часов за происходящим наблюдала и наша съемочная группа. Короткий видеоотчет у Анны Курбатовой. Главная сцена парка на 3 часа превратилась в спортивный ринг. Самбо, карате и кидо в этот день исключительно черные пояса. В списке участников 15 ставропольских коллективов. Сразу после аплодисменты на главной площадке фестиваля срывают четвероногие участники. Вот так, не вздрагивая, они летят на задержание преступников. В этом положении даже в спецкостюме лучше не двигаться. Находят муляж бомбы под капотом авто и оружие в сумке. Собачий нюх не подводит почти никогда. Как ей это удается? Ой, с трудом. За еду и за шарики. Только так. Цель и задача акции – показать, что полиция Ставрополя может не только защищать и оберегать, выполняя свои функции, но и показать самое лучшее, хорошее, свое мастерство, силу, выносливость, которая зачастую является гарантом их жизни при выполнении служебно-боевых задач. Великолепный праздник. Ждем еще чего-нибудь новенького. Лех, твоя очередь. Я скажу так, самое лучшее, что здесь показывают, боевые искусства. Отлично, отличные эмоции, отлично, такой праздник, хороший. Посмотрите, сколько молодежи тут собралось. Отлично, спасибо за все. Напротив, выставка боевой техники. Это и легендарный «Тигр», и современный «Гусар». Установить на него можно и гранатомет. Все машины принимали участие в спецоперациях. Оборудованная бронированной капсулой позволяет защищаться от пуль. 7,62 калибра, от взрывного устройства до 2, по-моему, килограммов, 200 грамм в тротиловом эквиваленте. В конце праздника – полевая кухня. Одним из первых армейский обед пробует директор парка. В меню только отечественное. Тушенка ставропольская? Конечно. Тушенка ставропольская, гречка российская, все российское. Все куплено за рубли. В таком формате фестиваль проходит впервые и рассчитывают организаторы. Впредь станет ежегодным. В году 2015-м расширится может и география. Участники будут уже не только из Ставропольского края, но и соседних регионов. Анна Курбатова, Сергей Шейченко, Вести, Ставропольский край.